Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я продолжаю играть в такую прекрасную игру, как Hello Neighbor 2. Короче говоря, у нас дальше по плану идет музей. Вчера был стрим, где подписчики дали подсказки. Один подписчик там много про пекарню подсказок понаписал. Я помню, что там на поясе ключ, там у нее что-то там еще про вентиль, про кнопки. Не уверен, что все из этого помню, но, короче говоря, вроде бы странно, у нас разве не музей дальше идет? У нас, по-моему, дальше музей идет, а не пекарня. Ну, короче говоря, разберемся. Да, вот у меня, конечно, графика вроде бы не максимальная стоит, а может максимальная, ну-ка давайте проверим. Не самая максимальная, конечно, но очень даже неплохая. Мне нравится. В принципе, выглядит неплохо, хотя FPS не хватает у меня на компьютере для этой игры. Игра эта вышла на многих разных платформах, в том числе и на Nintendo Switch. И вот я посмотрел недавно на YouTube геймплей Hello Neighbor 2 на Nintendo Switch, и я просто поразился. В версии для Nintendo Switch графика вообще ни о чем. Качество отвратительное. Вообще. Вот выходила GTA Trilogy еще на Nintendo Switch, как на многих платформах. Там она тоже выглядела хуже, чем на других платформах, но тем не менее она выглядела лучше, чем Hello Neighbor 2. Hello Neighbor 2 вообще просто отстойно выглядит. Короче говоря, дом соседа мы прошли в прошлой серии. Никакого копа тут больше нет, он уехал. И тут, короче, лента желтая была, а не забор. Тем не менее, к музею мы подойти все равно могли и могли увидеть, что там все закрыто. А сейчас там открыты двери. И давайте пойдем туда, нам же во вроде как надо проходить. По музею мне подсказок никаких не дали, так что придется, видимо, самим нам пытаться догадываться, если что. Ну, в общем, давайте попробуем. Какой у нас там стороне вход находится? Да, я, походу, не там зашел. Захожу. Так, вот двери открыты у нас, но замок большой на двери, что мы в демке, кстати, уже видели. Так, опять эта картина. Можно увидеть, что там находится. И вот, кстати, что меня интересует, почему в бета-версии была анимация открывания окон? Почему здесь ее нет? Как-то это немного странно. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Сюда что-то надо ставить. Какие-то здания, дома, может быть, сейф. И тут закрыто. Так, ну в этом шкафу прятаться можно, это понятно. Как бы нам зайти? Так, лопата. Кажется, он вспомнил, как его как сосед долбанул его башкой. Судя по всему. Не включается свет. Ой. Кто там, блин? О, что это? О, это сон был, походу, все. Так. Так. Офицер допрашивает пекаря. Так вот куда.
Поехал. Так вот, куда уехал офицер. Похоже, действительно дальше идет пекарня. Судя по всему, нам туда. Так что все правильно с подсказками нам тогда дали. Да, вот еще раз давайте на наглядности посмотрим. Смотрите, как это... Так, от солнца уйдет. Смотрите, как это выглядит у меня, а вот как выглядит на Nintendo Switch. Вообще, вообще отстой просто там графика. Так, нам действительно, походу, в пекарню надо идти. Вот, кстати, интересный такой факт я задал еще на стриме. Мы вначале видели, что там два офицера приехало. Один такой этот, от которого мы в прошлый раз спрятались. И которого мы сейчас в камерах видели. И еще второй один, худощавый такой, который там стоял сначала, а потом уехал на машине. Короче, подписчик сказал, что мы больше его нигде в игре не увидим. Мне как-то это немного странное. Что, не могли второму полицаю роль какую-то побольше дать? Совсем незначительный персонаж получился. Это только одна дверь открывается. О! Кажется, да, у нее там ключ, по-моему, висит. Вон он, кусок торчит. Надо как-то подкрасться, значит, и схватить его. Это мне на стриме подсказали, что надо взять ключ. О, вот что за кнопки он говорил. Ну-ка. Взял, отлично. Только куда этот ключ, я пока не в курсе. Ну что ж, будем разбираться. Ой. Бежим. Теперь хотя бы не один круассан лежит. Тут хотя бы побольше предметов. Эта картина не открывается. Как ни странно. Кнопок не хватает, да. Нам надо действительно найти кнопки от этой кассы и что-то, наверное, набрать. Вот эти цифры, возможно, надо набрать. Так, лестница на второй этаж. Так, проверяем, что тут. Идите нафиг, кто мне пишет в Телеграме. О! Я вспомнил. Мне писали правитель. О! Может этот? Отсюда, наверное, ключ. Давайте проверим. Ну да, и по сердечку тоже подходит. Так. Что это? Рыбка какая-то. Вот действительно, почему нет анимации окон? Действительно странно немного. Действительно хороший такой вопрос. Куда ее убрали-то? О, я вспомнил, это было. То ли это в бетке, по-моему, было. Ой. У каждого персонажа, кстати, своя музыка, я заметил. Десять тридцать пять. О, кнопка! Надо было кота отвлечь, наверное, на чтобы взять кнопку. Хорошо. Одну кнопку нашли. Сколько всего надо раздобыть, я пока не помню. Всего надо 4 раздобыть. Так, вставили. Вентиль, я помню, что мне говорили про вентиль, но я забыл, куда ставить его. Ладно, давайте поднимемся на второй этаж. Вот беда. Вышибать стекло, что ли, придется. Да, кстати, я заметил, что здесь, в отличие от первой части, здесь нельзя брать абсолютно все предметы, которые могут тут быть. Здесь можно брать только те предметы, которые важны для прохождения. Все остальные предметы, которые валяются по округе, их где нельзя взять. В первой части можно было. Ну, отведай-ка силушки богатырской. Ну-ка, отведай силушки богатырской.
А, не ломай, это не ломается. А тут есть лестница оттуда на второй этаж? О, еще один замок. Надо еще ключ какой-то найти. 10:35. Это что? Так, а этот тоже не открывается. 10:35 тут тоже. Ой, что-то есть. О, ножницы. Ну, ножницы у нас есть уже. Нам не нужны ножницы. Ой-ой, мать твою ж. У нас уже есть ножницы, нам они не нужны. О, а это что такое? Не спрашивается, зачем я сюда залез? Гиря, но взять ее нельзя. Турникет, ничего полезного тут нету. Короче, оттуда, походу, есть где-то проход на второй этаж. Давайте все-таки заберемся сюда и посмотрим. Там по-любому что-то интересное будет. По-любому будут кнопки, которые нам будут нужны. Где-то будут они здесь. О, ножницы, ножницы. И там кнопка лежит, я вижу. В смысле? Что за хрень, я что-то не понимаю. Она не режется. Что за хрень, я не понимаю. Что за хрень-то? Труба в землю направлена. Эта труба ведет куда-то. О! Я понял. Я понял, что надо делать. Попробуем это. Только сначала вернемся туда попозже. На зонтик не может залезть. Кстати, пауза не жмется, когда мы лезем по лестнице. А мы оттуда сможем туда допрыгнуть? Можем. Отлично, кнопку достали. Почему она в воздухе, правда, висела, я не знаю. Ну, давайте ее вставим. Нам еще парочку надо будет найти. Чик. Еще две кнопки надо будет сыскать. Где только их пока найти, я не в курсе. Давайте второй этаж еще посмотрим. Там, возможно, наверняка еще что-нибудь есть. Там была книга с замком. За ключ от этого замка. Блин! Блин! Ой! Да сколько ждать еще? Ну все, ушла.
Ну зачем она вернулась сюда, я не понимаю. Давайте, может, первый этаж тогда посмотрим. А, тут мы уже были. Тут больше ничего нет. Да время не движется вперед, кстати, я смотрю. Да! Ломаются только те стекла, которые нам надо ломать. В первой части можно было любые стекла сломать. Почему здесь нельзя, я не в курсе. Так. О! Ножницы дайте мне сюда. Что там внутри? Может, это часы? Может, нам такой же... О, давайте... Мне кажется, надо такое же время поставить. Часы ставим на 10. Маленькая стрелка, это часы. Так, вот, 10. И, во, отлично. Кнопочка номер 7. Мы ее достали, нам надо еще кнопку найти. И она, я думаю, по-любому лежит в той самой книге. Да что такое? Не дает покоя. Телеграм, идите нафиг. И последняя кнопочка, надо... Наверняка на первом этаже что-то есть. На втором вроде бы все уже посмотрели. Это... О, а это что такое? О, за... Ключ! Он во льде. Только как... А у нас в первой части глобус замороженный был. Ну-ка. Эх. Твердый лед. Может, его на солнечное место положить? Да не, так мы его точно не разморозим. Надо что-то реально посерьезнее. А там печка, по-моему, была. Может, туда надо засунуть? А, вон где проход на второй этаж. Нет, так, ну-ка, туда, наверное, надо положить. Точно. В смысле? Ой, сносит-то! Мы нашли ключ от этой дверцы. Так, ну мы не пойдем через эту дверь. Либо нас там точно поймают. Лучше залезем вот здесь. Ну все, уходит. Ничего себе, ванна какая здоровая. О, можно включить душ. Ну и ладно. Ой! Зачем я это сделал? Ключ-то у нас забрали по-любому. А еще и ножницы забрали. Ну, зашибись. Но ножницы, кстати... Ножницы я куда-то выкинул. Надо посмотреть. Ножницы я выбрал. И ножницы я где-то тут выкинул. Куда же я их выбросил-то? Поискать надо их. Где-то они точно валяются. Почему столб в воздухе висит? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Вот они, нашел. А вот ключ придется опять доставать из печи.
Или не из печи, или откуда там надо доставать. Опять печка раз... А, он здесь лежит, но теперь, но не замороженный все равно. Идите нафиг, пожалуйста, не преследуйте меня. Последняя кнопка. Так, наверное, эти числа. Давайте попробуем. 15, 76. От чего этот ключ? Наверное, от музея. Возможно. Сходим, проверим. Ибо больше замков в пекарне никаких не было. Мне кажется, или закат скоро будет. Давайте сходим, проверим. Точно. Ага, дальше нам, походу, надо проходить музей. Возможно. Ну, возможно, я что-нибудь там опять сделаю нас, либо в дом мэра, либо в дом этого охотника надо будет проходить. А может быть, что-то еще. Ну ладно, в общем, прошли мы сегодня с вами пекарню. Там еще была одна закрытая дверь, на которой надо ключ в другом месте, видимо, искать. О, действительно. Действительно, время суток на ходу меняется, походу. Закат красивый, да. Ну что ж, давайте на сегодня закончим. С вас лайк, подписывайтесь, с меня пичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, ставьте в ВКонтакте. И всем пока.